Всем привет! Если вы видите эту физиономию в темноте, значит, мы снова едем на рыбалку. Сегодня поедем мы за островку. Сегодня собралась очень веселая компания. Сегодня будут даже некие соревновательные моменты. Сегодня будет очень весело. Ты сиди дома, а мы поехали на рыбалку. Батлить будем, Леха, сегодня? Будем. Сегодня будет вообще мега видос. Приехали мы за островку. Есть у нас вот такая замечательная штука. Называется диппер. Сейчас мы все пробьем. Радик хотел, короче, пешком отсюда идти в партизаны, сумасшедший. Мы его отговорили. Решили, что сегодня будет рыбалка коллективно-общительная. Но Ксюха пока здесь, сейчас она тоже куда-нибудь свинти. Привет, передай. Пользуясь случаем, передай привет. Самое главное правило поведения на льду. Не ешьте желтый снег. В общем, сначала мы по той стороне прогулялись. Ксюха там начала сразу ловить окуней. Там глубина была порядка 5 метров. Переместились на противоположный берег. Здесь уже глубина 2,5 при помощи диппера. Нашли большое скопление рыбы, непонятно какая. Стоит она от дна буквально там сантиметров, может, 10. И в пол воды еще какая-то рыба есть. Радик уже сразу палатку установил. Он говорит, у меня точно там рыба есть и рыба будет. Будем сегодня пробовать устраивать эксперименты соревновательные. Леха будет ловить с прикормом. Я буду ловить без прикорма, а Радик вообще на безмотылку. Правильно? Без прикорма, давай без прикорма, чтобы все по-честному. Самое главное, для чего нам нужен был диппер, это мы нашли равнозначное условие у всех троих участников. Теперь мы проверим, имеет ли эффект прикормки зимой, стоит ли ее кормить много. Ну и по окончанию посмотрим на уловы. Приступаем. Сделаю несколько луночек. Под самым берегом еще. Ничего нового. Фишбейт, икра. Красиво жить не запретишь. Так. Сейчас пойдем у Лехи клянчить мотель. Пацан, мотыль есть. Ну, пока Леха играет прикормочные снежки, мы будем ловить. А, погнали. Что на той стороне? Да на окунь, даже ничего делать не надо. Горбач! Алексей вырывается вперед. Так у меня меньше твоей. Да окунь задолбал, блин. Ва, это вообще ужас. Сюда.
На, парика. Маленько поднадоело что-то мне бесперебойно ловить окуня. На, парика, да? А, у тебя кислота, да, мурмышка? Но мы пойдем топить камеру. Надо же опытный видос хоть один заснять. Увидимся на дне. Даже на запах смотрит. Одёнки, шкурка остается просто, им пофиг. Лови давай. Ловлю. Добавить. Докормить. Да. Завтрак на природе, что может быть прекраснее? Есть, нет? Леха дождался все-таки свою рожку. Вот она. Не стал добавлять прикормку с ароматом мотыля. Перешел на чистую плотву. Ну, тем самым, видимо, окунь немножечко отошел. Стала подпиловать плотва. Дали плотву, попался так, окунь. Зато неплохой. А, колючий, зараза. Я тоже хочу. Пока настраивал камеру, бросил мурмышку, и удочка лежала прям на льду. Окунь уже тут как тут. Сатики его дуют. И у Лёхи тоже. Да, окунь в перемешку у него, у меня чисто окунь. Так он тут же, вот он, не успевает она упасть даже, мелочь это. Начинает поднадоедать. Ну, как правило, на пустую мормышку, говорят, не клюет. Все стабильно. Окунь, как из пулемета.
В общем, ситуация такая. Эксперимент удался. Признаю поражение. Цель была найти сорогу, ботву, как удобнее кому говорить. Я же ловил без прикорма, Леха ловил с прикормом. Радик сдался самый первый. Поймал несколько окуней на безмотылку и сдался. Вот. Сначала окунь начал бить сумасшедше просто. Вот такие дела. Леха же ловил с прикормом. Буквально минут через 40. Во, клюет. Просто долбит. Нету. Вполне такая мерна. Срога бывает и мелочь. Приняв поражение, я взял чисто полотвинный прикорм. И что у нас из этого получилось? Вот такая вполне хорошая плотвичка. Не рекламы ради, ради только лишь эксперимента. Если собираетесь ловить мирную рыбу, то прикорм работает. Радик ходил дальше. Начало протоки. Результат. Народу немерено. Снежики, кишкотрясы, палатки. Все активно ловят окуня. Леха решил попрактиковаться с балансиром. Собрал Максюхи и удочку. Что получается у него? А? Студент? О! Понял? Короче, какое-то временное бесклёвие настало. Поклевки есть, но они редкие. Начали суетиться, бегать куда-то. Время уже перевалило за 12. Что-то произошло, короче. Леха мне подсказал такую вещь. Тяга тут все равно присутствует. Прикормку егоную. Да. Че, как говорит Иван, могуч удмурты же. Вот. Ее маленько подсмыло. Подсмыло, да че. Ее начинаю тихонько стаскивать. Сейчас я пробурил чуть-чуть ниже. Лехи будем порубовать. Опа, клевочки есть. Причем игра сегодня такая, еле-еле, не хочется нам активничать. Леха тихонько полавливает, и у нас тоже, ох какой. Задолбали эти окуни, короче. Ловить окуня хочет Ксюха, а ловит Денис. Во-во-во. А что думаете, я пролет? Что-то у тебя на балансир мельче, чем у меня на мормышку. Прикинь. Чего? Иди посмотри. Иди его посмотри. Иди вон у Радика посмотри, он тоже на мормышку ловит. Радик, почем купил-то окуней этот? Окуней? Да. Специально, я уйду от вас, да? Не, все бы так ведь было. Партизаны только. Только партизаны. Вы, если что, термос, сумку-то мою возьмите с бутерами, вдруг ночевать останетесь. И ключи оставьте от машины, мы завтра за вами заедем.
Опа, 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 опа. Короче, пониже, да? Перчатки вот эти с откидными пальчиками и с липучками полное говно. С одной стороны удобно, да, но эти липучки надо оторвать. Пальцы, если откидываешь, они и так не мешаются. А за эти липучки постоянно зацепляется леска. Меня это напрягает. На этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выезд. Тебя видно? А я тут как беженка. Вот, вот результат. Просто окуня здесь, ну, немерено просто. Его ловить можно на все что угодно. С насадкой, без насадки. Кому как хочется, кому как удобно. Цель была поставлена найти белую рыбу. Белую рыбу нашли. Протестили соревнования, микро провели. Доказано, что с прикормом на плотву плотва подходит, окунь уходит. Самое главное, мотыли не добавлять, иначе он не дает просто покою. Что еще? Леха на балансир научился рыбачить, в основном за пузо. Всем пока. Рыбу делят. Что ты думаешь, я так аккуратно поскладываю? Увидимся на рыбалке.